Xiaomi G800, сигнатурный. То же самое, все фильтра в ноль, как и в тысячном были. Базу не смотрим, я ее не обновлял, обновил только прошивку. Июнь 19 год. Пристегните ремень. Так, поехали, трасса. Будем проверять для начала на визир. Давай замер. Включил? Включил? Да. Тишина. Вырубай. Диапазон. Есть. Большая задержка. Еще раз замер. Есть. Тишина. Сколько автобус едет? 28. Диапазон. Так, отдуплился. Вырубай. Так, еще раз замер. GPS-система активна. Включил? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Нифига. Так, меняем режим. Это был трасса у нас. Режим город 1. Вырубай пока радар. Диапазон K. Режим город 2. Режим сигнатурный. Так, сигнатурный режим. Готов? Да. Так, сейчас подожди, автобус вывернет, а то мало ли будут обвинять потом, что автобусы мешают. Давай замер. Есть. Тишина. Вырубай. Заново. Замер. Визир. Угу. Вырубай. Заново. Замер. Вырубай. Заново, замер. Нет. Вырубай. Так, меню смотрим настроек. Здесь настройки. Выбор сигнатурный диапазон. Так. Сигнатурный анализ включен. Так, делаем вот так. Это для трасс, опять же. Стоять, это у нас был режим сигнатурный. Режим трасса. Так, в нем должно быть лучше, учитывая логику тысячного. Так, давай, замер. Есть. Тишина. Выключай, включай заново. Замер. Есть. Так, 800 лажает, да, перед тысячным получается. Еще раз, замер. Есть. Выключай. Так, замер. Есть. Угу. Ну, печально. Тысячный отрабатывает лучше, чем 800. Так, все, с визиром у нас... Визир. Ну вот, отдуплился. Вырубай. Вырубай. Так, переходим к следующим устройствам. Поэтому все, пока.